Дорогие друзья, так как мы сегодня, кто-то сегодня, кто-то не сегодня узнал о том, что у Елизаветы есть казачьи корни, вот, да, что кровь у ней горячая, очень-очень горячая. А у нее так вообще. А у нее так вообще, прям кипит, я бы сказал. Поэтому мы решили с Семеном исполнить казачью песню. Да. И...